сойдутся в споре. Завтра в Муроме стартуют дебаты участников внутриполитических выборов партии «Единая Россия». На организованной площадке 6 кандидатов предвыборной гонки поговорят об экономической и промышленной политике, а также о поддержке предпринимательских инициатив. Подобные встречи будут проходить каждые выходные в разных городах региона, вплоть до 22 мая, когда, собственно, и состоится праймерис. Цель дискуссий – обсудить проблемы и выработать план развития области. К участию в дебатах приглашаются и жители. От них ждут острых вопросов. На внутрипартийные выборы «Единой России» уже зарегистрировались 32 человека. По итогам праймерис станет ясно, кто будет баллотироваться в Госдуму от партии власти. Мы ожидаем, и я уверена, что обязательно в рамках этих дискуссий мы получим от наших участников какие-то рациональные, интересные предложения по тем темам, которые заявлены. И вот именно эти предложения будем рекомендовать включить в программу партии «Единая Россия». Участие в этом предварительном голосовании хотелось бы, чтобы оно прошло очень качественно, корректно, так как люди разные, но цель у нас одна – это показать свои возможности, добиться чего-то нового, хорошего, что-то изменить в лучшую сторону.